К другим темам. Сегодня стартовала всероссийская акция «Снежный десант». Бойцы студотрядов разъехались по всем районам области. Им предстоит большая работа. Они проведут мастер-классы и спортивные мероприятия в сельских школах, дадут концерты и помогут ветеранам с делами по дому. С активной молодежью пообщались мои коллеги. В этом зале собрались, пожалуй, самые активные студенты Новосибирска. Вот так, плечом к плечу, им предстоит работать ближайшие 10 дней. Меньше чем через час они разъедутся по всем районам Новосибирской области. Сессию сдали? Тогда все основания есть ехать по нашим необъятным просторам, передать свою энергетику, свою энергию ребятам, которые живут в наших муниципальных районах. Виолетта Мусина со своим отрядом «Асгард» поедет в Карасукский и Краснозерский районы. По 5 дней будут проводить мастер-классы и беседы в школах, затем поедут помогать пенсионерам и ветеранам. Столько благодарности в их глазах, ну и как бы понимаешь, что ты это делаешь не зря абсолютно, что и поэтому хочется приезжать каждый год еще снова и снова, чтобы просто помочь. Каждый отряд получает путевку и в путь. Спустя несколько часов «Снежный десант» уже работает в районах области. В Сузунском районе первая остановка в селе Шипуново. Небольшое приветствие, сумки долой и вперед на битву со снегом. Есть те, которым просто лень, не надо, а у нас это живет внутри нас. То есть это у нас прям, я даже не знаю, как это объяснить, то что мы просто этим живем. В доме Евдокии Эккерт волонтеры чистят снег. Втроем весь двор прибрали всего за полчаса. Пенсионерке самой пришлось бы весь день на это потратить. Силы уже не те, нужны помощники. На территории Новосибирской области «Снежный десант» организуют в 7-й раз. Желающих участвовать хоть отбавляй, но выбирают только творческих ребят и тех, кто не боится трудностей. За время акции волонтеры побывают в 150 населенных пунктах. Светлана Антимонова, Светлана Соколова, Елена Мирошниченко. Новости ОТС.